Сейчас. Вот. Минин Владлен Осипович, 59-го года рождения, криминальный авторитет. В своем мире известен под кличкой Миня. Скажи, а теперь для преступных авторитетов считается нормальным жить в таких хоромах? Сейчас, по-моему, они уже ничем не брезгуют. Ты лучше скажи, ты его лицо видел? Да какое там лицо? Пол черепа снесло. Большой калибр, 12,7. Я думаю, вон с того леса бил. Удобная позиция. Дальнобойщик. Кто? Дальнобойщик. До леса 2 км, если не больше. Похоже на то. Это еще не все. Пойдем. Вот. По ней можно делать поправки при стрельбе. На расстоянии ветер? Да. Костя! Странный узелок. Необычный. Сделай нам тут пару снимков. А ты вызывай криминалистов. Пусть здесь все зафиксируют. А что это они тут все делают, а? Что это вы тут делаете? А на что это похоже? На навозников, которые в дерьме копошатся. Меня тут отца убили, а вы тут ползаете, как жуки навозные. Так, Паш, не пылить. Пылят коровы и овцы. А ты тут кто? Пастух? Мы с тобой потом поговорим. Думаешь, мне нет, ты что тут за главным, а? А что, есть другие варианты? А может, это ты его завалил? Где ты был? Мы не знаем. Тебе не надо знать. Да? Уверен? Паша, прекрати сейчас же. Тамара. Паша, езжай домой. Все, я. Ладно. А с тобой, Маркел, мы еще не закончили. Понял? Вы его извините. Это он с горем. Мы сейчас все на нервах. Это кто? Вдова покойного. Скажите, а с ней можно поговорить? Да. Давайте пройдемте в дом. Спасибо. Ты идешь? Я с ней уже переговорил. Не знаю, чем смогу вам помочь, поскольку в дела мужа я не лезла. И у вас нет никаких предположений о том, кто мог бы желать смерти вашего мужа? Желать могли многие. Другое дело, кто смог подобраться так близко? Спрашивайте, что вас интересует. Хотя после этой пьяной выходки Паши, первое, что вы меня спросите, где был Николай? Николай, а кто это? Николай Маркелов, адвокат и ближайший помощник моего мужа. Ну и где же он был? Коля часто выполнял поручения покойного и в этот раз, видно, летал куда-то по делам. А чем вообще занимался ваш муж? Знаете, покойный не сильно долюбливал вас. Мне вы ничего плохого не сделали, но и полезного в вас я ничего не вижу. А вам разве не нужно разобраться в деле убийства вашего мужа? А вам это под силу? Извините. Все, что говорят о моем муже, это все неправда. Да никакой он не криминальный авторитет. Может, были какие-то грешки по молодости, в прошлом. А что же теперь? Я повторяю, в дела мужа я не лезла. И его бизнес был вполне законным. Вам, видно, все кажется, что стреляют только в тех, у кого проблемы с законом. О всех прошлых и настоящих делах моего мужа расскажет вам Николай. Нервы. У всех нервы. Ну, события, согласитесь, неординарные. Соглашаюсь. А вы... Я так понимаю, адвокат семьи. Да. Вот моя визитная карточка. Рад буду помочь. Маркелов Николай Максимович. Скажите, Николай Максимович, а куда и по каким делам вы летали? Это не очень интересно. Летал в Сибирь.
по делам одного металлургического комбината. Знаете, дела Владлена Осиповича были весьма обширны и разнообразны. Да, интересно. Кто ж теперь поднимет выпавшее знамя? Зачем вы так? Все-таки человек погиб. Простите. Тоже, знаете ли, нервы. Да, определенно. Пора на покой. Знаете, на пенсионирование похоже. Ну, вы, по-моему, тоже не только адвокат. Вот смену воспитаю и точно на пенсию. А чай пить не будете? Спасибо, в следующий раз. Я не вовремя зашел? Наоборот, ты как нельзя кстати. А куда мы сейчас? Проедемся. Посмотрим окрестности. Ты же не против? Да нет. Выше и выше. Я и не думал, что здесь такие холмы. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну как, дом мини просматривается? Как на ладони. Да, думаю, что это могло быть и здесь. А ленточка зачем нужна? А вас что, этому не учили? Нет. Куда катится этот мир? Ты антиснайпер или кто? Нет, ну я серьезно. Ты сам определил расстояние до объекта. Более 2 километра, так? Так. Ну а коррекция при стрельбе на такое расстояние? До 0.5 метра. Это как? Смотри. Целишься сюда. Так. А попадаешь сюда. А ленточка зачем? К машине туда. По ленточке снайпер определяет направление и скорость ветра. И вводит поправки на цель. Давно ты знаешь? Меня этому еще в учебке учили. А такие, как наш генерал, сами учились. В Афгане. У духов много тряпья сушилось. Вот по нему и определяли. Дует с горы ветер или нет. Тебе Кадышев рассказал? И он тоже. Слушай, а жена Минина ни разу не назвала его по имени. А как, Минин, что ли? Муж. Покойник. При этом Маркелова она пару раз назвала Николаем. Даже Колей. Это тот, с кем ты разговаривал, когда я вошел? Да. Думаешь, между ними что-то есть? Не знаю. Но выводы делать рано. Да, Славка, привет. Конечно, узнал. Давай в 5. Где? Хорошо, договорились. Давай, до встречи. Дела? Есть один человек. Можно сказать, информатор. Надо встретиться. Информатор – это хорошо. Информатор. Надежный? Слава Егорычу. В одном дворе выросли, на бокс вместе ходили. А теперь он в криминале. Да, развела нас судьба. Знаешь, если бы не развела, может, ты там же был бы? Могло быть и так. Ну и что он говорит? Думаю, если что-то серьезное началось между авторитетами, ну, там, переделали, новая криминальная война, он может быть в курсе. Ясно. Наташу возьми с собой. Пусть прикрывает. Как это все не вовремя? Криминальные войны. Нам только этого не хватало. Это всегда не вовремя. Алексей, скажи мне, ты уверен, что это убийство заказное? Минина убил снайпер, это точно. Стреляли из леса, предположительно, с дерева. Расстояние около 2 километров. Дальнобойщик, значит. Гнездо нашли? Ищут. Но я думаю, бесперспективно. Там не осталось никаких следов. Да почему ты такой уверенный? Работал профессионал.
Вот, взгляните. Да, вижу, вижу. Где это было? На поручне, на спуске в пруд. Ну и кто же это завязал, эту ленточку там? А вот это хороший вопрос. Дом Минина, как и все вокруг, отлично охраняется. Значит, привязал кто-то из своих? А вот тут мы имеем право на версии. Первое заключается в том, что Минин, как глава криминальной семьи, был заказан кем-то из другой криминальной семьи. Получается, что они нашли крота в окружении Минина. Если это станет известно, то будет та самая настоящая криминальная война. У тебя что, уже есть какие-то доказательства? Нет. Но вот эти двое, когда мы там были, устроили целый спектакль. Угу. Ну и кто же они? Из ближайшего окружения Минина. Паша Утюг. По данным оперативников, в последнее время самостоятельно вел часть дел Минина. А это кто второй? Адвокат покойного. Маркелов Николай. У нас на него ничего нет. Темная лошадка? Пожалуй, что так. Что ты можешь конкретно сказать о них? Ну, орали-то они друг на друга натурально. Только вот если притворялись... А может быть, это и был сговор, чтобы убить авторитета? Может быть. Если же они по-настоящему дерутся за кресло покойного, тогда возникает вопрос, кто из них мог организовать подобное покушение? Сейчас мы как-то похожи на них. На кого? На бандитов? Да нет. На их ситуацию. В связи с реформированием у нас тоже могут начаться бои за место. А конкретно я тебе скажу. Вот за это кресло. Понимаешь, о чем я говорю? Просто мне не хочется, поверь, чтобы вот в это кресло пересел какой-то Замелин. А что, есть шансы? Да есть. Есть шансы, Леша. Если откроется дело по шутнику... Вы же закрыли дело шутника. Да. Я-то закрыл. А сейчас его забрали туда наверх. И мне так думается, что это все дело рук этого Замелина. Ну вот же, вот он явно кричит, не стреляй. Кричит. Спрашивается, кому это он кричит? Ведь перед этим на кладбище был ликвидирован Фомичев. Именно из его винтовки были совершены все покушения шутником, так? Так. Так да не так. За кого они меня держат, а? Смотри, тут и продолжение есть. Я тебя люблю. Кому это он кричит? Убийца, что ли? Нет, убийца вряд ли. Вот и я так думаю. И потом, это его связь с Маргаритой Никольской, которая потом случайно оказывается чемпионкой по стрельбе. Ну ведь бред, абсурд. За кого они меня держат, а? За дурачка, что ли? Словом, Васьков, к чему я тебе все это говорю? Поможешь мне свалить генерала, сделаю тебя своим замом, понял? Понял. А как же Погожев? Погожев? А вот как раз с него и начнем. Точнее, с нее. Когда ты говоришь самолет? Привет. Никита, это дядя Леша, я тебе про него рассказывала. Здорово. Я уже понял. Хорошо. Держи, это тебе. А что это? Это медведь. Вижу, что не ежик. А из какой он сказки? Не знаю. Эту сказку мы придумаем вместе. Что надо сказать? Спасибо. Лучше бы Человека-паука подарили. Никита. Будет тебе Человек-паук. Привет.
Да. Развлекаются. Делай все, как я сказал. И смотри там не засветись. Да я понял. Да я понял, что ты понял. Надеюсь, вы там все снимаете? Чтобы с утра все записи были у меня. Все, отбой. Ну вот и началось. Виктор Викторович, это Замелин. Операция «Шутник» продолжается. Я понимаю, что от этого зависит. Все будет исполнено в лучшем виде. До свидания. А вот теперь посмотрим, кто из нас умнее. Ну и долго нам еще переезжать с места на место? Наташ, я же тебе объяснил. Если он переносит место встречи, значит, за ним следят. Он просто не может рисковать, понимаешь? Ну, а почему он не придет к нам? Может, и не сможем его защитить? Сможем. Часа на два. Или на два дня. А потом что? Куда ему дальше? На Майорку переезжать? Да, я как-то не подумала. Ты прав. Запомни, я всегда прав. Что? Ты что, ты себе возомнил, а? Ах ты, да! Подожди-ка. Подожди, вот он. Вызывай дорожно-постовую. А скорую? Скорую я сам. Стой! Стой! Быстрее, пожалуйста. Быстрее. Слава, ты меня слышишь? Слава. Саш, силой. Что? Силой это не силой. Я понял, Слава, силой. Не мешайте, не мешайте, он уходит. Дайте, Слав! Дайте, он уходит. Слав! Дайте, не мешайте работать. Ты заметила, сколько человек было в машине? Ну, по-моему, двое. Мне тоже так показалось. Все слишком быстро произошло. А какая марка? Белая «Волга». На капоте и бампере характерные вмятины. Завтра эксперты дадут заключение, но я вполне уверен, что именно на ней сбили Егорычева. Отпечатки? Есть несколько. Криминалисты проверяют. Кстати, а кто хозяин машины? Что? Автомобиль числится за неким Айваром Мушевалиевым. У него несколько обувных киосков, ну и, соответственно, несколько машин. Значит так, ребятки. Завтра занимаетесь хозяином этой «Волги». Не факт, что приведет куда-нибудь, но отработать надо. Хорошо, сделаем. Подождите, а как быть с Сивым? Да, Слава назвал его перед смертью. Сказал, что это Сивый меню заказал. Ну, его самого. Сивый. С ним я сам разберусь. Опять ленточка? Не опять, снова. Я тебе говорю, это передел. Чибис летал не ниже мини. Подожди, не так скоро. Да что непонятного? Убитый сегодня снайпером Чибис. И убитый таким же способом. Миня. Птица одного полета.
Это я знаю. Криминальные авторитеты. И не просто авторитеты. Эти двое были главарями двух из пяти семей, которые разделили город на сферы влияния. Слова, слова. Ты мне что-нибудь материальное дай. Бутерброд с колбасой берешь? Поехали. Возьми прищепки и хлеба не забудь купить. А, у меня шестеро детей, понимаете? Шестеро. Их нужно кормить, поить, обувать, одевать. Когда мне это делать, когда ей все время что-то нужно? Мужчина должен деньги зарабатывать. Айвар Магомедович? Да. Я Наталья Васнецова, а это мой напарник Александр Данилов. Мы могли бы вам задать несколько вопросов? Конечно. Пойдемте в дом. Ничего, мы здесь как-нибудь. Это ваша машина? И номер, да, мой. Машина, да, моя. А что случилось? Где вы ее нашли? Вам придется проехать с нами. Тише, тише. Давай сюда. Нет, сюда, здесь свободно. Итак. Миня. Чибис. Старик, он особняком стоит. А почему особняком? Он общак держит. Ему все платят. Авторитет соответствующий. Самый-самый. Если он это все затеял, я имею в виду отстреливать остальных, я им не завидую. Почему? Почему, почему? Этих двоих нет уже? Нет. Можно есть. А что со стариком? Не похоже, чтобы это был он. У него много других рычагов, и он меньше всех заинтересован в переделе, тем более в полноценной криминальной войне. Авторитет пострадает. Вот именно. Да и возраст у него не тот, знаешь. Но ручаться, что это точно не он, я не могу. А кто еще? Двое. Сивохин. Анатолий Ефимович. Сиву, что ли? Слышал уже. Ну да. Вчера парня, которого сбили, он же с Данилом ушел встречаться. Не успел шепнуть ему, что это Сивой якобы все затеял. Очень может быть. Они с Миней на ножах были. Правда, войны не развязывали. До последнего времени. А пятый? Пятый кто? Курдюм. Курдюмов. Азербайджанец. Половина рынков под ним и процентов 70 угоняемых машин. Азербайджанец. Угу. Мои ребята сейчас пошли к одному азербайджанцу. Да-да, насчет машин. Ничего не помимо. А где вы ее оставляли? Нигде не оставлял. У меня 6 детей, понимаете? И 4 автомобиля. Детей кормить надо. Дальше. На одной ездит брат. На второй тоже ездит брат, но другой. Рустам. У меня 2 брата и 3 сестры, понимаете? А на третий? На третий ездит Ахмед. Я ему столько раз говорил, не бросай машину, где попало. Значит, на Белой Волге ездит сейчас он, да? На Белой Волге я сам езди. А где сейчас машина? В автосервисе оставил. А в каком автосервисе? В этот, возле Октябрьский базар. У меня квитанция есть, сейчас принесу. Подержите, пожалуйста. Женщина! Женщина, дверь открой! Ты в управлении? Да. Слушай, все, что ты рассказал, я хочу видеть в лицах, фактах и желательно в уголовных делах. О, этого добра хоть отбавляй. Успевай разгребать только. Да. Машина в автосервисе. Хозяин отдал накануне. Белая Волга? Да. У нас есть адрес, мы хотим подъехать туда. Ты сказал, что там есть отпечатки. Нашли, но результаты эксперты пока не дали. А когда дадут? Обещали сегодня. Значит так, дуйте в управление. Дожидаемся результатов экспертизы и принимаем решение, окей? Окей. Я сейчас тоже буду. Есть что обсудить. Понял, выезжаем. В управление? Ты знала. Минин, он же Миня. Чибисов. Чибис. Сивохин. По кличке Сивый. А также Курдюм и Старик. Да, знакомые все лица.
Учись, Сашок. Вот так надо владеть оперативной обстановкой в городе. Когда ты все успеваешь? Спать надо меньше. А спать в ближайшее время вообще никто не будет. Вот это все. Нам предстоит проработать, и желательно, за сутки. Ничего себе. Это следователь ему работенку подкинул? Да, поделился информацией в интересах общего дела. А вот и он. Привет. Кажется, мне всем еще поделиться. Привет. Привет, Жень. А ты считаешь, что мы должны без этого умереть от безделья? Скорее от информационного голода. Сам просил, вот все. Хотя нет. Вот. Теперь все. Это что? Узел, которым были завязаны ленточки при убийстве Мини и при убийстве Чибиса, непростой. Это мы и сами знаем. А что нового-то? Одна из разновидностей морских узлов. Кошачья лапа. Чаще всего в простонародье называются кошачьи лапки. Я не удивлюсь, если он окажется морским пехотинцем, прошедшим спецподготовку в какой-нибудь горячей точке. Вот это вот вам и предстоит выяснить. Нам? Ну, ты же знаешь, сколько на нас дел вешают. Это ж вы, элита, можете копать в глубину. А мы так, по верхам. Ребята, сказали дяде спасибо. И за работу. Удачи. За работу. Лапка. Вперед! Договорились, хорошо. Ну, давай, жду. Был у криминалистов? Только от них. Ну и что? Есть результаты? Еще какие. Два отпечатка так себе, а вот третий вполне четкий. Хочешь сказать, что он проходит по базе? Должно же было нам когда-то повезти. Ну, давай уже, не тяни. Кто он? Петр Валентинович Быков. По прозвищу Петя Бык. 1984 года рождения, дважды судим, несколько раз привлекался по разным делам. Самое смешное, что он сейчас находится под подпиской о невыезде. По хулиганке. Испугается. Испугается и ляжет на дно. Не думаю. Почему? Ну, спонтанный тип личности. Мне кажется, что он и наезд совершил по собственной инициативе. Но он увидел, что Егорычев собирается с нами встретиться и решил не рисковать. Если бы он сразу задумал убийство, машину можно было угнать. А не брать его в автосервисе? Допустим. Кстати, а чей это автосервис? Ну, судя по тем делам, которые мы изучаем, под Сивым. Сивый. Опять Сивый. Ладно, разберемся. А пока? А пока, если мы не будем тянуть время, мы можем взять Петю Быкова. Наташу Васнецову. Молодец. Учись, студент. Если так дело пойдет, она сядет в мое кресло, а не ты. Опрометчиво поступаете, гражданин начальник. Вносите раскол в наши стройные ряды. Так, я сею зерна здоровой конкуренции. А у нас есть шанс сегодня его взять. Поэтому разделяемся. Вы едете в автосервис, а я... Да. Да, я слушаю. Кто? А вы как? Понял, хорошо, буду. Кто это? Планы меняются. Берете группу захвата, отправляете по месту проживания Быкова, а сами с ордером на обыск в автосервис. Может, что найдете там. И, пожалуйста, возьмите двух оперативников. Мало ли что. Леш, ты скажешь, кто звонил? Старик. А как он узнал твой номер телефона? Саш, я его обязательно об этом спрошу. Скажите, а как вы узнали мой номер? Поверьте, это было совсем несложно. Чем дольше живешь, тем больше знаешь ходов и лазеек. Иногда это продляет жизнь. Как мне. Простите за бестактность. Что вы хотите от меня? Совсем немного. Чтобы вы нашли убийцу. Кажется...
Это противоречит вашим правилам. Молодой человек, что вы знаете о правилах? В мире, где мы живем, правила для того и существуют, чтобы их нарушали. Это вы о беспределе? Вот именно. Когда ни в чем не повинных людей отстреливают, как баранов. Не повинных. Ну, тут с вами не все согласятся. Поверьте, если бы на них была хоть какая-нибудь малейшая вина, им бы ее предъявили. И тогда кара была бы куда страшнее, чем просто пуля в голову. Но это по вашим понятиям. По нашим понятиям. Но лучше наши понятия, чем никаких. Вот как раз когда нет понятий, тогда и наступает беспредел. Но ваши методы далеки от совершенства. Давайте не будем пытаться сейчас перестроить мир в одном частном разговоре. Вернемся к нашей главной проблеме. Чему вы улыбаетесь? Не думал, что услышу столь изысканную речь. Из уст уголовника, поверьте, я не держусь за это место. Честно говоря, мне это все надоело. Но если начнется беспредел, это значит, что я зря жил. И все, во что я верил, ну чему вы сейчас улыбаетесь? Я не хотел вас обидеть. Просто сейчас вы говорите, как один мой знакомый генерал. Ну что ж, генералы тоже люди. Итак. Кадышев. Слушаю вас, Виктор Викторович. Это вы меня слушаете? Ну что ж, мы работаем, да. Докладывать пока нечего. Но я осознаю, что стрельба в нашем городе, конечно, это просто недопустимо. Но понял вас. Никаких «но». Слушаю. Бросить все силы на раскрытие дела дальнобойщика. Замерено? Подключу. Хорошо. И вам. Да. Замерено. Возможно, вы и сами найдете ответы на все вопросы. Но не факт, что сделаете это быстро. Я только хотел сократить время ваших поисков. Потому что время в данной ситуации – это чьи-то жизни. Вы согласны со мной? Я вас слушаю. По словам старика, у покойного Минина был снайпер. Тот крайне редко пользовался его услугами, но когда дела по-другому не решались, на сцене появлялся стрелок. Один выстрел, один труп, и проблемы нет. Что ж, получается, что Миня поссорился со стрелком и сам потом угодил под пулю этого киллера? Это еще не все. Старик рассказал одну познавательную историю. Когда-то в начале 90-х на охоте был убит глава одного большого региона, как бы сейчас сказали, губернатор. В причинах копаться не стали, убийцу не нашли. А через короткое время в одном очень щекотливом деле, где на кону стояла жизнь Мини, была поставлена точка. И поставил эту точку снайпер. Ну и какая связь между случайным убийством на охоте и заказными убийствами, которые выполнил киллер? А никто не говорит, что убийство на охоте было случайным. Сейчас потеха будет. Я же говорил, он Ленина прямо в глаз бьет. Чего он такой смурный? Отца у него недавно посадили. А кто посадил и за что? Паша главным егерем здесь был. Не угодил чем-то новому начальству. Да вон они приехали. Замелин! Замелин! Начальство приехало! Иди встречай! Замелин? Замелин? А? Что такое? Ты что, уснул, что ли? Простите, товарищ генерал. Задумался. Продолжай. Ну так это, собственно, все, товарищ генерал. По старику все. Все, говоришь, значит, мини-снайпер. Снайпер и убитый губернатор. Застрелен Миня, застрелен Чибис и дальнобойщик. Ну и скажите, сколько времени нам надо, чтобы этот клубок
распутать. Старик сказал, я, говорит, хочу помочь вам, но не могу сделать вашу работу за вас. Ох, хитер он, бестия, хитер. От себя как бы отвел обвинение, но при этом ни одного имени не назвал. А вот Замелин, да что с тобой сегодня? Думаю, как-то все быстро происходит. Что это значит? Я думаю, кто-то хочет убрать одних, а на их место поставить других. Да, вот известная история. Скажи, а вот среди этих двоих помощников мини... Маркелов и Паша Утюг. Разве не мог быть кто-то из них стрелком? Маркелов вряд ли. Почему? Минин фрахтовал частный самолет. И тот в день убийства летал в Сибирь. Экипаж подтвердил. Самолет приземлился уже, когда убийство произошло, и Маркелов оказался дома у Минина вместе с нашей группой. Ну, может быть, чуть раньше. А, хорошо, а второй? Паша Утюг? Да не похож. Для снайпера слишком... Что, рожа бандитская, что ли? Вот именно. А что, если это маскировка? Что, если эту личину он специально надел? Чтобы выдать себя за другого? Может быть. Время идет, а вопросов у нас, я смотрю, все больше и больше и больше. Что с быком? На квартире его не оказалось, там устроена засада. А Данилов с Васнецовой вернулись из автосервиса? Жду. Жду от них известий. Вот же он. Кто? Петя Бык. Да, точно. И погоди, может быть, подкрепление вызвать? Да ладно, Слава. И это Петя Бык. Он же от горшка два вершка. Девочка, не надо нервничать. Я сказала стоять! Окей. Она уже дома и вряд ли сегодня куда-то пойдет. И сын с ней? И сын с ней. Это хорошо. Продолжай слежку. Да, и вот еще что. Найди ко мне в архиве дело Кормильцева. А это кто такой? В 93-м на охоте произошло убийство. Был убит глава одного региона. Подозреваемый сын егеря Кормильцев Максим. Ему тогда удалось скрыться, был объявлен розыск. Но, думаю, за давностью лет его уже никто не ищет. Так а нам он тогда на кой? Васьков, ты мне дело его найди. А на кой или не на какой, я сам решу, понял? Понял. Ну, раз понял, все, иди работай. И на место поставь. И помни, зама тебе еще заработать надо.
Как и мне, генерала. А почему ты меня целуешь? Потому что я тебя люблю. А дядь Леша ты тоже любишь? Почему ты так решил? Ты же его целовала. Когда это? Что-то я не припомню. После аттракционов. Вы думали, что я сплю, а я вовсе не спал. Ах ты хитрюга. Да. Привет. Извини, сегодня не получится. Совсем? Совсем. Хотел пригласить тебя потанцевать. Значит, сюрприза не будет? Сюрприза? А, давай завтра. Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Это все из-за меня. Потащил тебя на этот дурацкий автосервис. Как же хотела себя показать. Был бы на моем месте кто-нибудь другой, более стоящий, тебя бы не ранили. Хотя, конечно, всякое бывает. О, Господи, о чем я говорю? Откуда мне знать, как бывает? Сижу целыми днями в этом долбанном кабинете, света белого не вижу. Тут вышла, на тебе. Ты даже не представляешь, насколько ты дорог мне. Сиди, сиди. Ну, как он? Разрешите доложить, товарищ полковник. Уже лучше. Ранение сквозное. Врачи говорят, если слезами не орошать... Ах ты, гад. Обещала любить. Ничего тебе не обещала. Молодцы. Настроение рабочее. Ну, рассказывай. Бык раскололся. Сам? Не сам. Наташа его сделала. Прямо в автосервисе. В оборот взяла. Аж стружка летела. Ну, я немного его приложила. Немного. Огнетушителем по голове. Гляди-ка. Ну, так и нечего тогда в кабинетах просиживать. Давай сама рассказывай. Ну, в общем, пока всех вязали, я к нему. Ну, и говорю ему, так, мол, и так, на тебе ранение сотрудника. И если он, не дай бог, скончается... Это я. То сидеть, говорю ему, сидеть. А так... Помощь, следствию и все дела. Вот я думала, что ты в отключке был. Ошиблась. Дважды. А что сказал Быков? Да. Я не очень поздно, товарищ генерал. Я еще на работе, говори. Задержанный Быков указал на Маркелова. На адвоката Мини? Да. Он сказал, что к нему пришли от Маркела, хотели, чтобы он проследил за Егорычевым. Понятно. Значит, на адвоката выдвинуть обвинение мы не сможем. А какой интерес был у Быка следить за Егорычевым? Они ему просто заплатили. Понятно. Но убивать же его не просили. Нет, он говорит, что так получилось, что он этого не хотел. Думаю, что не врет. Думаю, что следил за Егорычевым, когда увидел, что тот... Пошел на встречу с нашими, принял самостоятельное решение. Теперь пойми, где правда. Что ты предлагаешь? Быков назвал место, где прячется Маркелов. Он что, прячется? Они сейчас все друг от друга прячутся. Это дальнобойщик. Наделал он, конечно, шорох. Думаю, если приставить наружку к Маркелову, это куда-нибудь приведет. Ну, это хорошо. А что с Сивом? Сивом занимается следователь Морфин. Нет, мы тоже кое-что успели, но после ранения Данилова... Да, кстати, как он там? Под надежным присмотром, товарищ генерал. Это хорошо. Спасибо, я отдам дело. Замелину пусть работает. А у тебя остается оперативный простор, чтобы ты мог быстро реагировать на все изменения. Ой, Алексей, у нас очень мало времени. Очень мало. И, к сожалению, сейчас время работает против нас. Ты пойми. Ну, ладно. Да. И тебе спокойно. Что, заснул? Угу. Ну и ты езжай, отдохни. Я здесь останусь. Это он так хорохорится только.
Сам много крови потерял. Если что, здесь вздремну. Ладно. Тогда у тебя завтра выходной. А вы домой? Я? Хотел бы оказаться в одном месте. Так что же вам мешает? Ты знаешь, который час? А что же он всем не спится-то в такую рань? Сейчас буду. Наружка просидела всю ночь. Никакого движения. Утром за ним приехала машина. Кроме водителя был кто-то еще? Никого. Ну и что, они долго катались? Да нет. Минут пять по району петляли. Все произошло очень быстро. Да, самое интересное. То, что мы нашли. Пойдем покажу. Кошачьи лапки узнаешь? Дальнобойщик. Хотел убрать Маркелова, его опередили. Еще круче. Пойдем. Смотри. По предварительному заключению экспертов, пуля пришла с той стороны. Он же попал прямо в бензобак. Гениально, правда? Все гениальное просто. А это кто? Братва подкатила. Ты этого добивался, да? Ты этого хотел? Получи и распишись. Да, Марта, я ж не хотел вовсе. Это же я по пьяни тогда. Ну. Мы его найдем. Обязательно найдем. Это вам. Войсков, я не понял, ты что здесь делаешь? Ты же вроде должен следить за Никольской. Так я сейчас поеду. Я вам дело принес. Какое дело? Кормильцева об убийстве на охоте. Сами же просили. Ну, давай уже. Войсков. Да-да. Делом займись. Делом. Вы разрешите? Да иди уже! Маркел! Маркел? Почему Маркел? Фамилия ведь Кормильцев? Сразу видать, что ты не местный. Прадед его по материнской зачислению, это фамилия у него была Маркелов. Маркел, значит, не слыхал? Я тебе скажу, в наших краях был
знаменитый охотник. Теперь еще иногда и внучка его Маркелом прозывают. Ну что, Маркел, теперь ты у меня в руках. Вы оба. В городе третье громкое убийство, и он опять идет впереди нас. А по мне, пусть хоть совсем перебьют друг друга. И воздух чище, и бюджет спокойнее. А за беспредел, который творится, кто ответит? Ты? Ты, я спрашиваю? Так вот думай иногда, что говоришь. Да я всего лишь пошутил, товарищ генерал. Шутник нашелся. Ты пробил дело об убийстве на охоте? Ну, там ничего полезного для нас нет. Как нет? А подозреваемый? А он в розыске. До сих пор? Ну да, все ищут, ищут. А найти не могут. Фотографии его есть? Нет. Ну почему? Ну пошлите запрос туда. Пускай пороются в этих архивах и вышлют вам фотографию. Слушаюсь, товарищ генерал. И вообще, Стас, давай немножко проработай этого Сивова. Нам сейчас каждая голова дорога, каждая минута. А ты где-то летаешь в своих там в облаках. Значит, если следовать логике старика, то после убийства Маркелова главным подозреваемым становится Паша Утюг. А ты не думаешь, что старик просто развел тебя? Как это? А вот так. Дал ложный след, чтобы дела свои спокойно делать. А что, у тебя есть другие версии? Нет, умный у нас ты. А для меня же роль дурачка. Как в деле с шутником, верно? А при чем здесь шутник? Ладно, ладно. С шутником мы потом разберемся. Скажите мне, кто главный подозреваемый в деле дальнебойщика? Паша Утюг. Специально натравили меня на Маркелова, потому что не были уверены, кто убийца. А потом вы взрываете его. Просто эффектно. А сами расправляйтесь с Пашей Утюгом. Думаете, обезопасили себя от дальнобойщика? Вы мне предъявляете? Странно, чтобы мент мне предъявлял. Такого еще не было. Я вам поверил. Вы меня использовали. Просто... использовали. Я вам скажу, молодой человек, что я потому дожил до преклонных лет, что никогда не принимал скоропалительных решений. В нашей профессии, как и в вашей, это достаточно трудно. Слишком много крутых голов вокруг. Однако сейчас, в создавшейся ситуации, я даже не знаю, что думать. Я настолько не при делах, что даже стыдно. Кроме того, мне кажется, охотятся на меня. И сейчас вы мне нужны больше, чем я вам. Так давайте же поможем друг другу. Правда. Да только если бы смог, я и сам бы справился. Первый раз. В меня целится, но я не знаю, кто и откуда. А Сивый? У него есть интерес в этом деле? Сивый? Ну, а Сивый здесь при каких? Есть информация. Короче, Сивый мог все это затеять? Мог бы. Только если бы совсем с головой перестал дружить.
порисуй пока сынок. Порисуй. За нами следят. Кто следит? Я не знаю. Второй день за нами ходит какой-то человек. Подожди, тебе не показалось? Нет, мне не кажется, я его уже видела. Не паникуй, я сейчас буду. Хорошо. Никому не открывайте дверь и никуда не выходи. Поняла. Потом все объясню. Пойдем быстрее. И куда мы собрались? Понимаешь, мы легко докажем, что шутником была ты. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, не понимаешь? Ничего-ничего поймешь, когда ознакомишься с доказательной базой. Только потом уже поздно будет, когда мы все запишем и к делу подошьем. И как доказывать будете? Вот этого я тебе рассказывать не буду. Считай это тайной следствия. Только повторяю, потом поздно будет, когда дело в суд передадут. Ты хоть понимаешь, какой срок тебе светит, а? Ну, будешь чалиться-то на зоне, сын твой останется сиротой, попадет в приют. А ты знаешь, что там с такими крохами происходит? У него же вроде со здоровьем все в порядке. У меня сестра есть. Это ты зря сказал. А ее лишат опекунства. Об этом я позабочусь. Пойдет она как соучастница. А что это мы так погрустнели, а? Что такое? Помнила про ее отпечатки на гильзе? Откуда вы знаете? Об этом знал только... Погоже. Умница. Умница. Наконец ты поняла, кто мне обо всем рассказал. Ты действительно думала, что он на твоей стороне? Да он на своей собственной стороне, как и все мы. Поэтому я предлагаю тебе сделку. Назовешь его, спасешь не только себя и сына, а заодно и сестру. Слышал уже? О чем? Курдюм убит. Азербайджанец. Третий после Чибиса имени. Такого ранга. Черт, как я ошибся. Опять дальнобойщик. Все указывает на него. Ну да, наводка на Сиву была с самого начала. Горочев называл его. Все, красивый все. Теперь расчистил себе поляну, и старик под угрозой. Леша! Поехали брать Сиву. Я с вами. О, выпустили уже? Только вчера еще. Так целых два дня уже. Соскучился? Держи.
Ну, поехали. Сашок, тормозни. Подержи-ка в управлении. Так там Наташа. Это хорошо. Наташа знает, что делать. Леш! Давай. Едем, едем. Побудь на телефоне. Угу. Алексей, Леша. Да, товарищ генерал. Никого не нашли? Никого. И следов никаких. Значит, опять дальнобойщик. Угу. Слушай, а что, если все это затеял старик? Да не, не похоже. Почему? А он напуган. Сильно напуган. Я когда с ним последний раз разговаривал, было похоже на то, что он на нас надеется, а не на свое окружение. Это что ж получается, что если мы его не защитим, ему грозит смертельная опасность, так что ли? Эх, Леша, Леша, дожили мы, защищаем преступных авторитетов. Ну, товарищ генерал, они тоже люди. Послушай, Алексей, сейчас все будет зависеть только от тебя. Если тебе удастся найти этого дальнобойщика, нам легче будет, понимаешь? Легче объяснить все по делу шутника. Ты понимаешь, о чем я говорю, Алексей? Еще как понимаю, Сергей Петрович. Ну вот и хорошо. Приведи себя в порядок и действуй. Есть. Не знаю, поможет тебе сейчас это или нет, но я получил очень странный звонок. Звонил летчик, командир экипажа, на котором Маркелов летал в Сибирь. Говорит, не могу больше, я летчик, а не прихвостень бандитский. Ну подожди, подожди, ну ты вообще о чем говоришь-то? Самолет в Сибирь летал. Ну? Маркелова на борту не было. Летчик? Летчик, говоришь? Летчик. Не бери. Да. Маркелов? Николай Максимович? Кто это? Значит, ты... Есть дальнобойщик? Они вскрыли меня. Кто они? Сам не знаю.
Здесь оставаться нельзя. Прощай. Что бы ни случилось, помни. Я всегда буду любить тебя. Саша, слушай меня внимательно. К городу, по Андреевскому шоссе, едет машина серебристого цвета, марки Сиат. Связывайся с наружкой, пусть его принимают. Постараюсь его задержать, насколько смогу. Все, отбой. Серебристый Сиат не быстро просвистел? А вы как, на общественных началах или так, в качестве доброй феи? И то, и другое. Извините, товарищ полковник. Сколько до следующего поста? 5 км. Вот сообщите им туда, чтобы задержали его. За любое нарушение. Сейчас будет сделано. Шестой. Приехал? 15 минут назад, сейчас только зашел. Почему? Звонил, судя по всему, на разные номера, давал распоряжение, указания. Ясно. А вы ничего не записали, потому что стекла не опускал? Так и есть. Саша, бери постановление на арест Маркелова. И давай сюда. Узнал. Ну что, Маркел, узнаешь? Вот он, твоего папашку и посадил. Не весь, а конец один. Ну, рассказывай, как ты тогда от нас ушел? Тебя же пасли. Я вырос в этом лесу. Забыл? Да ты расслабься. Расслабься, говорю, сядь. А вот теперь объясни мне, зачем ты все это затеял? Неужели из-за бабы, а? Ну, ладно, грохнул меню, живи спокойно. Остальных-то зачем? Ты что, думаешь, остальные дали бы мне жить спокойно? Рано или поздно они бы узнали, что это я. Вот ты решил всех главарей ликвидировать, чтобы под шумок следы замести. Да, лихо ты нас тогда провел со взрывом. Из машины-то как ушел? Тебя ж пасли. Я все заранее приготовил. Тот, про которого вы думали, что это я, еще утром приехал вместе с водителем. Стекла тонированные, его никто не заметил. Главное было вовремя соскочить. Потом с твоими топтунами это не проблема. Ну, ты тоже кое-кого упустил. Старик-то жив и на свободе. Не упустил, а не успел.
Ты меня вскрыл. А зачем звонил сейчас в дом Мини? Я? Я не звонил. А кто тогда? Погожев. Погожев, вот тебе кого опасаться надо. Да, а тебя, значит, нет. Меня нет. Я сейчас в кресло генерала пересяду. С твоей помощью. Ты будешь авторитетом с одной стороны закона, я с другой. Вот и будем служить рука об руку. Служить. Понятно. Денег, значит, тебе не надо. Замелин никогда взяток не брал. Я не понимаю тогда, для чего тебе все это? Для того, чтобы служить хорошо. Для того, чтобы контролировать вас, гадов, преступников, бандитов, мразь всякую. И для этого у меня будешь ты под надежным присмотром. Мой отец всегда ненавидел такую нечисть. А теперь я ей служу. А теперь будешь служить мне. Ты что ли, нечисть лучше? Маркел, не зарывайся. Я смотрю, ты, видать, попутала. Короче, сам эту кашу заварил, теперь поможешь мне ее расхлебать. Что я сказал? Что я должен сделать? Мне нужен старик. Когда он узнает, что мент, на которого он рассчитывал, закрыт, сам вылезет из берлоги и куда-нибудь в Салонике, чтобы жизнь свою паскудную спасти. В Афины. Он уже забил стрелку своим. Там они и порешают, как нас с тобой порешить. Не успеют. Ты раньше решишь вопрос со стариком. А сейчас мы убьем двух зайцев. И от Погожего избавимся, и старика выманим. Интересно, а как ты собираешься избавиться от Погожего? Вот постановление на арест гражданина Маркелова. Ты опоздал, сынуля. Я свой раньше взял. И, как видишь, уже арестовал его. А вот постановление на арест полковника Погожева. Прошу вас. Ознакомились? Исполняйте за мной. Конкретнее. Этот человек заставлял вас стрелять в бизнесменов с целью получения выкупа от них. Брось, Замелин, и валяй комедию. Я не валяю, гражданин Погожев. Нам еще предстоит выяснить, кто покрывал внутри нашего ведомства. Потому что без сокрытия улик и фактов здесь явно не обошлось. Что? Хотели из меня дурачка сделать, да? Не вышло. Когда? Полковника закрыли. Кто? Да свои же закрыли. Значит, у дальнобойщика развязаны руки. И кто бы за ним ни стоял, они снова выступят по беспределу. Пора проведать Афины. Посоветоваться с братвой. Ты самолет заказал? О, как договаривались. Что ж ты за человек? Ты что, Погожего не знаешь? Знаю. Не могу.
Мне на одну минуту пару слов сказать. Тебе что, русским языком непонятно было сказано? К Погожеву сейчас никак нельзя. Он сейчас на особом контроле. Тебя пущу, начальство сразу все прознает. Да как прознает? Слушай, ты что, маленький, что ли? Стуканет кто-нибудь, да и все. Ладно, давай тогда по-другому. Маркелов у тебя сидит? Маркелов? У нас. А что? Есть у тебя бугай поздоровее? Замелин. Что? А, черт, сейчас буду. Давай туда, я прикрою. Резче поторопись. За мной. Еще не видишь, я за. Ваша табличка. Какая табличка? На ваш новый кабинет. Заодно и кабинет посмотрите. Ладно, жди меня здесь. Приведут Маркелова. Пусть ждет в кабинете. Понял? Понял. Ну что, ты скоро? Да, все. В деле об убийстве на охоте фигурирует белая ленточка. А отец Кормильцева до того, как стал егерем, был моряком. Отсюда и морской узел. Кошачьи лапки. И таким образом, предположительно, что Маркелов и Кормильцев – это одно лицо. Значит, дальнобойщик – это Маркелов. Ну, это предположительно. Это все только версия. А факты где? Все равно ты молодец. Данила, что вы себе позволяете? Ну, нет, нет. Я думаю, ты этого заслужила. Ребята, что дальше делать будем? Нужно арестовать Замелина. Но у нас недостаточно улик. Это во-первых. А во-вторых, я не смогу даже отстранить Замелина. Его назначили на мою должность, его. А меня отстранили от продолжения расследования по делу шутника. Значит, Погожа будет сидеть? Ну, не смотрите вы на меня такими глазами, ребят. Ну, я постараюсь что-то придумать. Не уверен, что что-то получится. Вы мне лучше скажите, что замышляет этот Замелин. Руки целы? За руки мои беспокоишься. Да не боись, стрелять могу. Старик арендовал частный самолет и готов вылететь в Афины. Сделаешь все как надо, будешь жить долго и счастливо. Ну, а если нет, пеняй на себя. А где гарантии, что, убрав старика, ты не разберешься со мной?
Ну, какой мне от этого прок? Мне от тебя, от живого, намного больше пользы будет. Ты у меня еще воровской общак контролировать будешь вместо старика. А как ты собираешься со своими разбираться? Ну, операция по поиску обезвреживания дальнобойщика продолжается. Вот как раз при покушении на старика я и возьму снайпера. То есть меня? Не обязательно. У меня уже есть снайпер. Остается только подложить тело на место, где произойдет покушение. Для чего? Ну, должны же в конце концов найти чье-то тело. Вот и пускай это будет он. Точнее, она. Ты умнее, чем я думал. Умнее, чем думали они. Ладно. Вот постановление о твоем освобождении. У нас ничего нет. Так. Одни догадки. Но это у нас, а не у меня. Надеюсь, ты теперь понимаешь, что от меня никуда не денешься. Здесь, на воле, тебя всегда будут ждать нары. Ну, а там... Там, за забором, тебя свои же и порешат. О, товарищ генерал. Здравствуй. Здравствуй. Здравия желаю. Пришел я к тебе на старости лет просить тебя. Да вы присаживайтесь. Спасибо, спасибо. Товарищ генерал, вот вы говорите, просить пришли. Это же я ваш должник. Помните, с братом двоюродным история была? Да ладно, забудь. Все мы делаем общее дело. Это точно. Только если вы по Погожеву, я не могу. Я подпишу тебе все бумаги, любые документы, под свою личную ответственность. Вот, Леш, сейчас это все, чем я смог тебе помочь. Саша будет ждать в машине, а Наташа будет на связи. Ну, и я помогу, чем смогу. Спасибо. Вы уже помогли. Пожалуйста, я тебя очень прошу, ты... Береги себя, ладно? Готов? Готов. Поехали. Прячемся от своих же. Они точно нас не увидят? Не должны с ними шусоваться. А потом мы сейчас слишком далеко от них. Получается, теперь ты в роли дальнобойщика? Это если бы я... Если бы ты руководил операцией, а не замену, ты бы обязательно проверил его, и так? Не отвлекайся. Нам сейчас главное его найти. Забыл?
Замелин с ума сошел. Хочет ее руками бить старика. Нет. Не будет она стрелять. Она нужна ему не для этого. А для чего тогда? Ему труп нужен, чтобы было на кого вину свалить. Саша, давай туда. По-любому она не должна пострадать. А как же ты? Я должен выстрелить первым, чтобы опередить дальнобойщика. Тогда Замелин не будет ее трогать. Давай. Понял. Yeah.